Здравствуйте, дорогие друзья! Всем здравствуйте! Передача «Три обезьяны», которую веду я, Алексей Степанович Иванов. Сразу начинается экшен. Смотрите, уже интересно. Сегодня, между прочим, я единственное разговаривающее существо мужского пола. Гарик Ведро Харламов. Следующее. Привет. Какая уродина, боже мой. Уходи. Вали отсюда. Ну что, первый тур начался. Поехали. Вопрос. Назовите букву. Извините, мы вас не слышим. Два очка в лицо. Серега вернулся, привет, с работы, как дела? Слушай внимательно, музыкальный вопрос. Итак, вопрос. Ну, наркоманы. Я Гарик Говно Харламов. Ты готов смотреть серьезный рэп? Иди нахуй, пидор, блядь. Вопрос, сразу же. Где мои картофельные чипсы? Хватит трепать мне нервы, говори. Ну, говоришь о мне. Все. Запомните это лицо. Перспективная женщина. Друзья мои, она здорова за исключением психических отклонений. Пока что. Не выходите на улицу.